Привет-привет! С вами Наталья Страдубцева, и я с традиционным обзором моих покупок по каталогу 11 компании Faberlic. Вот такой летний, сочный, яркий каталог с новинками. И мой заказ не менее сочный и яркий, огромный, большой. Вот она коробка, которая прилетела мне. И вот такой вот мега-огромный чек с покупками. Все, что я приобрела. Здесь 70 баллов. Это первый заказ. Будет еще следующий заказ, и я буду делать по нему тоже обзор. И давайте посмотрим, что же я все-таки приобрела по этому чудесному каталогу. Поехали. Итак, первый в коробочке мне попался бесцветный гель. Фиксирующий бесцветный гель. У меня уже закончился, поэтому я с удовольствием купила его вновь, потому что мне он очень-очень нравится. Серия Glam Outfit. Бесцветный. Ну, бесцветный, как его, вот для бровей, для фиксации волосинок, для бровей. И мне он очень-очень нравится. То есть я прошлый вообще уже никак не достается, то есть настолько он уже весь пересох, поэтому я, естественно, купила фиксирующий гель для бровей. Следующий спрей. Сейчас скажу, спрей-активатор роста волос, густоты волос. Вот такой вот флакончик, 16,92 у него артикул, и приобрела. Будем тестировать. Вообще, как бы эта вся серия, она идет профессиональная, и ее желательно использовать с другими продуктами. Есть ампулы для активации роста волос, есть шампунь в этой серии, и вот есть спрей, несмываемый спрей, который наносится на, сейчас покажу, на корни волос, распыляете, и массажными вот так вот движениями втираете, как обычно. Втираем и оставляем, то есть все. Он несмываемый, можно на сухой, можно на влажный волос, когда вам удобно. Вся вот эта данная серия, это профессиональная серия для конкретного ухода за волосами, для роста, для густоты волос. Это тоже я приобрела в нашем расчудесном каталоге. Конечно же, мои любимые чаи, я вообще без них не буду. И я приобрела по акции, берешь 3, один идет за рубль. И я взяла чай травяной антистресс, свой любимый очищающий хидрайн. И от желчи, выгонять желчь, это обязательно нужно. Итак, 3 заказываешь, 1 идет за рубль, ну, то бишь бесплатно. Очень хорошие, 100% натуральные чаи. В них идет пакетик, вот, например, вот так вот он раскрывается. И там идет пакетированный чай. Их заваривать очень легко. 21 пакетик. Вот так выглядит чай в нем. Завариваем, кидаем в кружку. Завариваем кипятком и наслаждаемся натуральным чаем. В общем, очень-очень вкусно. Их очень-очень много разных разновидностей чаев, поэтому я постоянно покупаю. Один и тот же, это всегда очищающий, все остальные я беру под настроение или под какую-то потребность, которая в данный момент есть. Конечно же, новинка. Новинка каталога. Огромные салфетки детские. Слушайте, я когда их получала, взяла, они вот прям большие, большие-большие. Они отличаются от магазинных, упаковка. Они огромные, вот просто берешь и огромные. Натуральные детские влажные салфетки с натуральным составом. Давайте прочитаю. С первых дней жизни безопасны для чувствительной кожи малыша, не содержат спирта и эффективно очищают кожу. Влажные гигиенические салфетки идеальны для бережного очищения чувствительной кожи малыша с первых дней жизни. Пропитаны нежным лосьоном, в состав которого входят активные компоненты аллантоин, депантенол и сквалан. Обладают смягчающим действием, препятствуют сухости кожи. Не содержат спирта, использовать для очищения кожи лица и тела, а также при смене подгузника. Я взяла себе для очищения рук, потому что постоянно ношу в сумочке очищающие салфетки. И наконец-то у нас появились они большой вот такой формат, и мне это очень удобно. И на тренировки с собой брать. Положил в сумку. И просто в сумочке всегда носить. Безопасный, тем более содержит сквалан. Рекомендую. Все. Слова закончились, потому что действительно 0+, и все бережно, и все безопасно, гипоаллергенное. Поэтому я теперь магазины не беру, а буду покупать вот эти. И уже в заказе, в следующем, у меня еще есть упаковочка таких же салфеточек добавлена. Это наша новинка, новинка каталога. Следующее, что я взяла, краску. Буду менять оттенок, уже как бы надо прокрасить. И я взяла свою любимую эксперт серии, оттенок 986, светлый блондин и с розовым отливом, да? Получается клубничный, клубничный, не розовый, а клубничный, вот такой должен быть. Буду пробовать, посмотрю, что на моих светлых, какой клубникой буду. Очень интересно. Содержит биотин, масло амлы и ухаживающий бальзам. Прекрасная краска, постоянно ее беру для себя. Хорошо ухаживает за волосами. Ну, конечно же, куда
без средства для духовок и плит. Это же просто шикарное средство, которое убирает весь нагар, все, вот если в духовке постоянно жарите вот это весь жир, весь нагар. Просто чудесное средство. Я замачиваю в нем кухонные полотенца, то есть он усиливает любой пятновыводитель, то есть вот эти вот все застарелые, когда полотенца вот такие, когда жирное мы вытираем, да, вот это все скапливается. Я замачиваю вот в этом чудо-средстве, и все обратно возвращается в первозданном виде. То есть нормально, никаких засаленных там пятен на полотенцах, на кухонных нету, ничего. Помимо того, что я использую их для очищения там сковородок, духовой плиты, как идет по назначению. И вот такой лайфхак вам, как можно использовать его дополнительно. Прекраснейшее средство, раскупается на ура, то есть это хит продаж наших каталогов. 30-119, средство для духовок и плит, сила цитрусов. Объем 500 мл, хватает надолго, концентрированное, очень концентрированное, густое средство. Если даже его потрясти, то его не слышно, потому что оно действительно вот густое, пригустое. Также у меня всегда в заказе есть вот это прекрасное средство. Это гель для профилактики устранения засоров. Подходит для септиков домашних, на дачу можете брать, биоразлагаемый, щадящий состав, не нарушает окружающую среду. То есть, попадая в окружающую среду, организмы не умирают. То есть, очень щадящий состав, но прекрасно устраняет все засоры. Подходит для любых труб, заливаем и все. Шикарное средство, устраняет самые сложные засоры. Поэтому тоже постоянно, постоянно он у меня в заказе есть. 30-244, артикул продукта, 500 миллилитров. Обратите внимание, что состав у него абсолютно безопасный и имеет сертификат халяль. Это подтверждение того, что состав абсолютно безопасный. Также и у средства для духовок и плит у него тоже есть сертификат халяль, который подтверждает безопасность этого продукта использования. Следующее я что взяла, это акваспрей. Акваспрей у меня идет освежитель воздуха с эфирными маслами чайного дерева и эвкалипта. Обожаю эфирное масло чайного дерева. Запах обалденный. Поэтому и здесь также купила. Как им пользоваться? Вот так он закрыт. Нажимаете вот здесь на пипочку и брызгаете. Все. Также раз, закрыли, и уже он не брызгает. О, брызнуло. Супер. Просто замечательно. 250 миллилитров, артикул 30-324. Что? У нас здесь тоже бережный состав. И тоже есть сертификат халяль. И помимо этого есть, что биоразлагаемый состав и натуральный состав безвредный. Поэтому пользуемся чайное дерево, защита эфирных масел для нашего дома. Вообще вся бытовая продукция, она абсолютно безопасна, безвредна для людей и для окружающей среды. Поэтому всегда, всегда с удовольствием покупаю и рекомендую своим клиентам. Следующий продукт. Я взяла гель для душа. Теперь уже липовый цвет. Земляничный у меня был, и я взяла липовый цвет. Вот, в каталоге. Так, страничка выглядит. Объем у нас, мега-объем 380 миллилитров. Цена по каталогу действительно огонь 139 рублей. Нигде в магазине за такую цену с таким мега-объемом мы не найдем. Гель натурального состава, биоразлагаемый, гипоаллергенный и абсолютно безвредный. Народный выбор. Большой объем я взяла, конечно же, себе. Аромат у него, слушайте, чудесный. Супер. Прекрасный. Прекрасный аромат. Так, что еще у нас здесь есть? Маски. Маски. Мы совсем недавно в чате, в моем клубе, в закрытом клубе выгодной покупки с Фаберлик с девчатами провели маскомарафон. Несмотря на то, что на улице жара, жарище, у некоторых действительно зашкаливала температура, что в доме, что на улице 40, это лето, знойное лето, мы делали тканевые маски. Представляете, вот просто такое мужество надо набраться, чтобы делать маски тканевые на лицо. Мало того, что и так жарко, а ты еще делаешь вот эту маску, которая идет как термоэффект, да, между маской и лицом. Поэтому в этом каталоге у нас вновь маски идут со скидкой. И, конечно же, ой, вообще там идут по супер цене. Сейчас я их найду и покажу обязательно. Так, страничка каталога, вот они. Она так и называется «Время для себя». И это идет масочка за бонусом за покупки. То есть вот за все мои покупки, за 499 рублей, за каждые 499 рублей масочка идет всего 119 рублей. Конечно же, я взяла все, которые здесь есть, масочки, и добавила в
себе, потому что масок много не бывает. Я обожаю маски. Кто за мной давно следит на канале, подписаны, прекрасно знают, что я постоянно провожу маскомарафоны, как для себя, так и для своей команды. И, конечно же, я выписываю постоянно вот наши чудесные тканевые масочки. Акция. Следующая акция у нас идет на зубные пасты. А зубные пасты серия Нуки. Чисти зубы по науке. А, шикарные. Шикарные зубные пасты. Это у нас идет... Подождите, не убегайте. Это у нас идет манго. Это древесный уголь черный. А это с кокосом идет отбеливающее. Вот это вообще отдельная песня. Вот с этой зубной пастой отдельная песня. Я вам сейчас расскажу. Итак, у нас что мы имеем? Опять-таки натуральный состав. 97% натуральных ингредиентов. На каждой пасте это написано. 97% натуральные ингредиенты. Для чистоты и бережного ухода за эмалью, за зубами. Древесный уголь. Очищение. Отбеливание и детокс. Кокос у нас идет отбеливание для чувствительных зубов. Вот кокос мы протестировали. Он великолепно отбеливает. Несмотря на то, что зубная паста по привлекательно низкой цене, но она работает очень эффективно. Она так великолепно отбеливает эмаль, что мы уже повторно заказываем ее, потому что видим этот эффект. Обязательно обратите на это внимание. И еще добавок мы будем тестировать теперь уже и с древесным углем. И посмотрим и сравним, какая белая победит у нас или черная все-таки победит за белизну наших зубов, какую мы выберем. Поэтому взяли три, также покупаешь три, как чай, да, и одна выходит за рубль, ну то бишь даром. Новиночки каталога, вот они на страничке представлены. Это моноароматы, новые моноароматы для конструктора. Сам себе парфюмер, можно создавать свой конструктор ароматов. Итак, это сочная дыня, это сладкий персик и это ягодка малинка. Три новых моноаромата. В каталоге очень удобно, чтобы не запутаться, есть конструктор. А конструктор, какую туалетную водичку, с какой можно сочетать, чтобы создать красивый новый аромат. Можно пользоваться моноароматами, но можно и дальше, глубже пойти и создать свой индивидуальный аромат именно с ароматами Аромании, серии Аромании. Потому что их очень много у нас, и можно вот каждая, например, здесь каждая новинка выбрана с разными другими ароматами. Здесь и чай, и бергамот, и виолет, и лилок, и яблоко, то есть и белый чай. И вот этот весь конструктор можно просто безграничное количество раз можно создавать себе новый аромат под свое настроение, имея просто всего в арсенале несколько ароматов. Итак, это новинки 11-го каталога, моноароматы. Небольшие они идут, 30 миллилитров упаковочка. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим, как они выглядят. Сами флакончики никак. В каталоге. Я люблю все-таки вживую смотреть продукт, любой продукт, который представлен в каталоге. Я доверяю каталогу, но все равно люблю смотреть, когда вживую. Итак, вот так вот представлены. В данном случае это мелон, дыня. Вот такой плоский флакончик у нас идет, очень такой интересный. И сам пульверизатор. Дыня. Дыня попала себе в нос. И совсем даже она не приторная. Я многие слышала отзывы, но для меня она нет, она абсолютно такая легкая, как любая дыня. То есть сначала вроде сладенький аромат, а потом она так выветривается, улетучивается, и получается абсолютно нежный аромат дыньки. Ну, приятный, правда. Это не то, понимаете, восприятие, что если вы набрызгаетесь, то от вас будет пахнуть живой дыней. Нет, это все-таки парфюмерная водичка, и она вот с нотками дыньки получается. Такой фруктовый, летний, легкий аромат, вот абсолютно невесомый, действительно невесомый. Не бойтесь, что если вы набрызгались там малиновым, значит, вы будете как ягода малина, вот протертая ходить. Нет, это все-таки вот тонкие ноты, но прослеживаются легкие ароматы, легкие. Я их искренне рекомендую вам купить и побаловать себя в это лето вот этими моноароматами. Следующее, что у меня есть, вот я еще что купила, это водоросли хлореллы и спирулина. Очень люблю водоросли, поэтому вот такой наш суперфуд приобрела из серии Фитополис для себя. Буду пить водоросли. 15757, вот такой продукт. Он вот такие прессованные шарики, и здесь написано, как его употреблять. Состав: водоросли сушеные, прессованные, спирулина. Водоросли сушеные, прессованные, хлореллы. И все, диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза, все, больше ничего. Белков 570 грамм, жиров 7,5 грамма и углеводов 20.
Так, что у нас еще? Срок хранения здесь и как? Ну, посмотрю на сайте, как значит его употреблять. Здесь на коробочке не написано, но по полочке. Следующая новинка нашего каталога, серия It's Clear. Я, конечно же, взяла. Это новые румяна. Новые румяна. Сейчас я вам покажу, как они у нас выглядят. Миксуй и замиксуй. Вот они румяна. Слушайте, у них такой обалденный аромат. Они такие сладкие, такие вкусные. Просто-просто супер. Вот они, эти малышки. Вот такие я обязательно с них засвочу, сделаю обзоры. Но какой у них аромат, слушайте. Прелесть. Сладенькие такие. Сладенькие, они такие концентрированные. Хорошо наносятся. Давайте вот это покажу. Вот. Так вот, все три оттеночка обязательно сделаю сводчи, покажу. Деликатное такое, деликатное нанесение. Можно пальчиками и вот прям хорошо так распределить. Ну и обязательно любые кремовые румяна, любые кремовые продукты обязательно нужно зафиксировать пудрой. А если наносите на глаза, потому что их можно наносить и на глаза, и на губы. На губах их не надо фиксировать пудрой, хотя тоже можно зафиксировать пудрой, но обязательно лучше сделайте контур. Карандашом обведите контур и сверху нанести вот эти румяшки. Если наносим тени, то обязательно либо прозрачной пудрой фиксируем их, либо какими-то вот прозрачными тенями, чтобы они не стекли у вас, не скатывались. Это все такие кремовые продукты, этому подвержены. 100% натуральные. Слушайте, это вообще сказка. Вот прям сказка. Вся серия It's Clear. Это натуральные, практически 100% натуральные все продукты, начиная от тональной сыворотки Тинт, которая на 99,5% состоит из натуральных продуктов, причем содержит сок алоэ. Представляете, какое богатство сок алоэ, который ухаживает за кожей лица. Идем дальше. Конечно же, я взяла мисты. Так, у меня ребенок уже один мист забрал. Их было три. А, нет, два, правильно. Одним мы полностью пользуемся, дынным. И купили еще себе витаминный мист для тела. Вот с такими двумя новыми ароматами тоже пользуемся. Как пользуемся? А вот очень просто. Берем жару и увлажняем, мега увлажняем кожу. Потому что это очень полезно. Он увлажняет кожу, держится увлажненная кожа долго. А увлажненная кожа – это равно здоровая кожа. Поэтому мисты – это наше все. Особенно сейчас, летом, жаркое время года. Используйте их вместо тоников и вместо лосьонов. Можете просто вот утром, когда раз, протираете, вместо того, чтобы протирать и растирать лицо, сбрызгиваете любым мистом и потом наносите сыворотку и крем. Также в течение дня просто обливайте кожу с вот этим драгоценным мистом. И ваша кожа вам скажет огромное спасибо своей красотой и молодостью. Ну что, надо уже по-быстренькому заканчивать, а то уже 24 минуты, а я тут все разглагольствую. Так, новинки малюсенькие, такие малюсенькие. Я еще заказала, потому что это лимитированная серия, и мне пришло только вот три оттенка. А два уже не было, два более ярких не было. Я успела только три заказать, и сейчас жду в заказе еще два, чтобы полноценно снять сводчи. Вот на эти малюсенькие блески, лимитированные блески для губ, которые вышли в этом каталоге. Прелесть. То есть они вот маленькие, они очень компактные и быстро закончатся. Их просто сметают, их раз и нету. Она это на складе, раз и нету. Прекраснейшие, с богатым составом, ухаживают, увлажняют, мега увлажняют. А причем сначала, когда вы их нанесете на губы, они полностью впитаются в блеск. Не пугайтесь, это специально идет дополнительное увлажнение для губ. Потом сверху наносите блеск, и он у вас блестит, как настоящий блеск. Такой вам секрет рассказала про эти блески. Еще новинка каталога – это серия для ног. Размягчитель мозолей на топтыши. В общем, всего такого некрасивого, твердого, то, что у нас есть на ногах, когда мы ходим. И увлажняющий, ухаживающий крем с мочевиной также для ног, особенно эффективен после нанесения вот этого размягчающего средства. Потом нанести вот увлажняющий. 35% содержит мочевины. Активный гель кератолитин для педикюра. Так вот, а это как раз-таки после него. Ну, в общем, будем пробовать, будем тестировать и выносить свой вердикт, работает или не работает. Акция каталога. Супер. Еще одна акция каталога, которая также покупаешь три продукта, один идет практически даром. Это, конечно же, наш мегакислородный бальзам. Мини-формат. 15 мл. Это как крем для кожи вокруг глаз. Но я не могла пройти мимо, потому что это средство необходимо иметь в каждой косметичке, на каждой полочке. Выступает как сыворотка для кожи лица, вообще как заживляющий, всякие раны заживляющие, против ожогов, и потому что здесь кислород у нас, который помогает восстанавливать все дефекты кожи, против ран, против ожогов, против всяких там проблем. В общем, очень много-много, не буду сейчас здесь говорить.
Три. Обязательно взяла три. Потому что следующий шел уже со скидкой. А мне он нужен. Они быстро закончатся. Очень быстро. Я их буду использовать перед сывороткой. Как транспортировщик. Да, как транспортировщик активных продуктов сыворотки в кожу лица. Вот, все. Сказала. Мудро сказала так. А тут у меня что? Ой, я уже забыла, чего я тут набрала-то. А тут у меня помада. Там же у меня еще помада. А у нас скоро день помады. О, я взяла себе вот такую помадку. Давайте посмотрим. Давно я хотела. О, какая красота. Прелесть. Смотрите, какой красивый, шикарный цвет. О, видите? Увлажняющая. Вкусно пахнет. Люблю, когда помадка вкусно пахнет. Так, это у меня артикул. Сейчас скажу. 40-692. Бальзам. Помада бальзам. А, ну да, по текстуре-то ее и видно, что она, да, как. Бальзамчик идет, как помада бальзам. И, конечно же, мои любимые аромамасла. Вот они, аромамасла. Натуральное, натуральное аромамасло. Это у нас что идет? Это у нас идет лаванда. Это секси. А это энерджи. А, где у меня еще? А вот же еще. Я жду, где мое любимое это масло. Чайное дерево. 4 штучки аромамасла. Очень люблю. Люблю. И вот еще у меня одна помадка. Слушайте, у меня еще одна помадка. А тоже It's Clear. О, я люблю эту серию. Натуральную серию. А это уже идет другая помадка. Смотрите, как она идет. О, какая яркая. Бальзамчик тоже. Бальзамчик. Ой, она мне так нравится. Слушайте, у нее такая интересная текстура. Она сначала жидкая, а потом она высыхает. Ее вообще не чувствуешь. Такая как пленочка на губах становится. Ну, вообще шикарная. О, видите, какой красивый цвет. Красивый, очень красивый цвет. И тоже у нас состав. Какой у нас состав? 94% натуральных ингредиентов. О, смотрите, какая красота. И я вам сейчас покажу в каталоге. Вот она, эта помадка. Вот так она выглядит. И называется жидкая кремовая губная помада. 199 рублей она всего стоит. У нее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 разных оттенков. Шикарная помада. Мне она очень нравится. Скидка в этом каталоге. Огонь, 60%. А это бальзамчики, которые я вам показывала. Вот эти вот минишные, менюшные, маленькие, прямаленькие бальзамчики. Вот они, 5 цветов, 5 оттенков. Как раз таки есть наша новинка. И что у нас еще? А у нас продолжается акция. Купоны. Купоны собираем, два каталога собираем купоны. У меня их очень много. Могу подарить. Пишите, подарю купон со скидкой 50% на любой продукт. И что у меня еще здесь? А, вот упакована у меня. Сейчас я ее разорву. Слушайте, давайте, чтобы мне в эфире не шуршать. Я разорву и покажу. А это была флакон мицеллярной воды. Мицеллярной воды с гиалуронкой, потому что гиалуроновая кислота плюс кальций. Хочу ее попробовать, потому что я пользуюсь другими. Биомикой я пользовалась. Вербена мне очень нравится, мицеллярная вода. И теперь хочу мицеллярочку попробовать. А, оксиолоджи у меня тоже была мицеллярная вода. И теперь я хочу, наконец-то, дошли мои руки до мицеллярной воды серии гиалуронка. Расскажу свои впечатления. 28.19 – это... артикул данного продукта. Сколько у нас здесь? О, так у нее здесь 270 миллилитров. Я смотрю, он такой прям большой-большой. Давайте понюхаем. Приятно. Приятно, такой, знаете, морской свежестью пахнет. Ну, вот все, друзья мои. Мы с вами встретились практически в прямом эфире, потому что я обычно так мельком делаю обзоры, либо минутные обзоры, либо просто так без себя. А тут мы с вами увиделись, и мы с вами пообщались. У меня пустая коробочка. Все, все богатство я вам показала. Новинки я вам показала. Каталог я вам показала. Так, у меня тут за мной лежит следующий, не менее вкусный каталог будет. Слушайте, я уже предвкушаю, когда вижу эти новинки. А я же завтра буду делать новинки уже по этому каталогу, потому что начинается вторая неделя вот этого каталога. А у кого есть VIP-статус, они имеют право заказывать за 2 недели до начала продаж новинки следующего каталога. И я их уже жду, не дождусь, когда они появятся на сайте, и я добавлю их в свой личный кабинет и покажу вам. Сначала сама протестирую. Так, это был мой обзор вот по этому каталогу. Была рада с вами встретиться, но мы же с вами не прощаемся, потому что это только первая часть, это только 70 баллов, а мне надо минимум 100 для VIP-статуса, поэтому следующую часть, следующего заказа я обязательно вам покажу, что я приобрела на остальные 30 плюс баллов. До новых встреч, полезных и приятных покупок. Приходите к нам, присоединяйтесь. У нас шикарная акция есть вот с этим подарком, и у меня есть видео этого подарка, поэтому есть ссылочки внизу этого видео. Приходите, будем с вами дружить. Я вас в закрытый наш клуб сразу приглашаю, где мы разбираем каждый продукт, делимся своими впечатлениями. В общем, у нас идет там и маска-марафоны, и различные конкурсы, розыгрыши, подарки там у нас идут и за заказы, и за всякие активности. То есть мало того, что вы и так покупаете со скидкой 20%,
от меня еще идут различные активности для моей структуры, только для своей личной структуры. Я их балую, дарю им различные подарки, а им это очень нравится, покупать и получать подарки. Поэтому приглашаю вас в свою структуру. Заходите по ссылочкам, будем знакомы, будем с вами вместе дружить, радоваться жизни. Все, до новых встреч, пока-пока, до следующего обзора. Есть вопросы? Обязательно пишите в комментариях, задавайте личные сообщения. И да, вы можете оставить свое сообщение в моем телеграм-канале. Ссылка всегда есть в описании к этому видео и на сайте самого канала. У меня есть в личных ссылках на мой телеграм-канал. Поэтому welcome, присоединяйтесь, будем общаться.